письма лично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю, знаю точно, где мой адресат в доме, где резной полисад, где жена темноглазая, где Вологде, где в Вологде, где в доме, где резной полисад, где жена. Вот потому-то мила мне всегда, Вологда.
французы, англичане, они запрещают на рынок выносить чисто американскую музыку. Даже передачи есть французские какие-то. А мы ее абсолютно... У нас рынок сейчас типично американский. Понимаете, к сожалению, славянская музыка умирает. И я могу в жертву даже себя дать и коллектив, но мы будем петь славянскую песню. И будем, чтобы публика знала, что они славяне. И чтобы они знали народные наши мелодии, как украинские, белорусские, русские. Я думаю, это главная задача, которая стоит передо мной. Сами, да теперь проехали, да.